Всех приветствую. Представляю схему включения магнитопускателя, рассчитанную на напряжение обмотки 220 вольт. Вот он К1 и двух кнопок. Итак, требнепускатель, он должен рассчитан обмотка на 220 вольт и иметь две группы нормально разомкнутых контактов. Именно нормально разомкнутые. Нормально разомкнутые контакты, когда у нас нет соединения при обесточенном реле. Итак, еще нужно будет две кнопки. Одна с нормально замконтакты, то есть при ненажатой кнопке у нас замкнута. И другая у нас кнопка нормально разомкнутая, при котором ненажатом положении у нас контакты разомкнуты. Итак, схема состоит из магнитного пускателя, из двух кнопок и, разумеется, нагрузки. Пускатель должен иметь две группы, напоминаю. Нормально разомконтакты. Итак, при нажатии кнопки SB1 у нас включается у нас пускатель, и одной группы у нас становится на самом подхват. При отпускании у нас кнопки, у нас пускатель включен, поскольку контакты 1-2, они у нас удержат его во включенном состоянии. И нагрузка у нас включается. При нажатии кнопки SB2 стоп, у нас, соответственно, разрывается цепь питания пускателя, и у нас контакты размыкаются, и нагрузка у нас выключается. В общем, вот такая вот простейшая схема. В общем, то есть нажимает на кнопку старт, у нас включается нагрузка, соответственно, включается, разумеется, пускатель, он включает нагрузку, вот это 3-4 контакта, и, разумеется, он удерживает состояние, К1-1 удерживает его во включенном состоянии. При нажатии на кнопку стоп размыкается у нас цепь, и у нас обесточится пускатель, и, разумеется, у нас выключается нагрузка. В общем, такая простая схема подключения магнитного пускателя и двух кнопок старт и стоп. Ну, в общем, я прощаюсь. Всем всего доброго. Ждите новых видео. Пока.